Это не российская глубинка, не умирающее село. Это деревня Перхушково, Одинцовский район Московской области. По такой дороге под Можайским шоссе через железнодорожные пути каждый будний день дети ходят в школу, которой больше 100 лет. Всего в 16 километрах отсюда находятся резиденции президента Путина и премьера Медведева. В деревне Жуковка, это тоже недалеко, в Одинцовском районе, рядом с Барвихой, располагаются дома друзей Путина, миллиардеров Бориса и Аркадия Ротенбергов. Здесь этой близости совсем незаметно. Сейчас мы будем переходить через чудо-мосточек. Смотрите, какой он хороший. Я Пономарева Екатерина, учусь в Перхушковской школе, 6 класс. Вот по такой дороге мы постоянно ходим домой. Дети наши ходят под мостом, где нету ни освещения, ни тротуара, нет ничего абсолютно. Здесь лес, с одной стороны лес, в этом лесу кто там ходит, мы не знаем, за кустами прячется. Стая собак ходит здесь, значит, периодически, в количестве 10-12 штук. Поэтому безопасность у нас отсутствует. И постоянно здесь лежит мусор, грязь одна. Вот. Когда только построили эстакаду, и там ходил мужичок, караулил девчонок. Ну, хорошо, девчонка шустрая была, она успела убежать. И, в общем, то ли родителям она сказала, я вот не помню подробности. И этого мужчину, в общем, поймали. 2 года назад, всего в 15 минутах езды от Перхушково, с помпой открыли новую школу. Деньги на нее выделяли из бюджета Одинцовского района. На нее потратили 2 миллиарда рублей. Но, на удивление местных жителей, она оказалась не для всех. Там учатся дети губернатора Московской области Андрея Воробьева. А обучение стоит 50-60. 50 тысяч рублей в месяц. Пока налоги жителей идут на престижные учебные заведения для избранных, родители учеников школы в Перхушкове пытаются добиться от властей строительства новой школы, ну или хотя бы реконструкции старой. 2 года назад к борьбе подключилась мать четвероклассницы Лизы, биолог Мария Медянкина. Учиться в такой школе просто невозможно. У нас сейчас в школе, по последним данным, 169 детей, а школа рассчитана на 120, по-моему, человек, 125. Чиновники откровенно лгут родителям. Например, утверждают, что школа якобы объект культурного наследия. То, что нам было сказано на приеме открыто, это была ложь. Школа и пришкольная территория объектом культурного наследия не являются. Лесной фонд согласился выделить под школу территорию ближайшего леса. И у родителей есть официальное письмо. Однако чиновники бездействуют, а дети продолжают ходить в старую школу. Дети объединяются в группы, потому что так не боязно, идут вместе. Зимой, километров сколько? Зимой минут, наверное, 50 лучше иметь в запасе. Вот в такое время года минут 30. Вот мы подошли плавно к этой деревне Крюково, откуда также дети приходят в школу из этой несчастной деревни, вот такими путями. Это как-то, наверное, можно было после строительства эстакады, наверное, облагородить это все, здесь асфальт проложить, но торопились к открытию, чтобы показать руководству, что вот перерезать ленточку, что все успели, а вот как людям теперь здесь ходить. Школа закрыта теперь забором, как вы видите, да, вот очень такой показательный вид, да, эстакада, школа в такой ложбине. Смотрите сюда, не буду ничего. Смотрите! А мы вот эти вот передадим. Я прошу вас прекратить. Кому вы передадите? Мы прекращаемся, не переживайте. Кому вы передадите информацию? Мы уже уходим, все в порядке. Надо с фальшивыми долларами расплатиться. Директор школы Наталья Кострикова – одновременно депутат Жаворонковского сельского поселения. Как говорят родители, она просто боится потерять свой пост, поэтому к журналистам относится, мягко скажем, настороженно. Это барак. Барак буквально там построенный на земле, как раньше строили. У меня ребенок в 4 классе периодически учился в коридоре. Коридор – это у нас многофункциональное место. Это у нас спортзал. Это кабинет учебный, это актовый зал, все праздники у нас там проходят. И просто это коридор. Чего не хватает? Спортзала.
Спортзала? Да. А что у вас? Нет спортзала сейчас? Да, нет. А что у вас вместо спортзала? Где вы вообще занимаетесь спортом? Ну вот, когда зима была, мы на улице на лыжах ходили, а так вообще в коридоре. Директор Перхушковской школы все же согласилась нас принять. Ее уговорили родители. Она призналась, что повлиять на строительство новой школы никак не может. Школа действительно старая, это постройка 1910 года. Конечно, для современной школы это уже не соответствует никаким нормам. Могу сказать одно, нужна новая школа. От меня по строительству новой школы не зависит. Таких школ у нас в районе получается несколько. То есть, если даже не брать далекие, отдаленные кубинские школы, то вот это школа в Перхушково, школа в Назарево, школа в Успенском, в Ершово. И всех у них одинаковые проблемы. И денег на капитальный ремонт или строительство новых нет. Проблемы все время пытаются решить родители. Понимаете? Родители беспокоятся за своих детей, вот активно собираются, пытаются как-то вскрыть этот нарыв. Но почему молчат учителя? Это люди, получающие зарплату, которые обязаны организовать условия для обучения наших детей. Мы за это налоги платим. Сколько еще школьникам придется ходить на уроки, минуя эстакаду и железнодорожные пути? Если власти все-таки соизволят построить в Перхушкове новую школу, то гарантий, что она не превратится в элитное учебное заведение для детей-чиновников, нет никаких.